На базе школы номер 12 города Каспийска состоялся муниципальный форум движения первых. В нем приняло участие более 250 учащихся Каспийска и Карабдахкенского района. Отметим, что движение первых создано для воспитания и организации досуга детей и подростков, формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Началось мероприятие с выноса знамени организации и гимна Российской Федерации. Открыл мероприятие торжественной речью заместитель главы Каспийска Гусейн Кивов. Движение первых – это движение, которое объединяет. Я думаю, что это командная игра, командная работа, командное движение. Потому что всегда в жизни надо двигаться одной большой сильной командой. И всегда надо ставить себе такие цели – быть первым во всем. Кроме того, в программу мероприятия также были включены различные интерактивные игры и мастер-классы на призы от представителей регионального отделения и аппарата движения первых, а также проведены лекции от спикеров. Нас с вами очень много работы ждет впереди. В принципе, вы, наверное, я каждый раз начинаю свое выступление с одной и той же фразы, что одна замечательная девочка озвучила историю о том, что было бы здорово, если в России появилось единое детское молодежное движение. И оно появилось. Это движение ваше, движение первое. И, конечно же, все эти возможности, которые сегодня есть в движении, они все для каждого из вас. 12 направлений, в котором каждый из вас может найти что-то для себя, в котором вы можете раскрыть себя стране и страну для себя. После выступления спикеров воспитанники образовательных учреждений поучаствовали в тематической викторине, где им удалось выиграть памятные призы. Председатель Каспийского отделения движения первых Арзу Абдуллаева рассказала о главных целях подобных форумов. Наша цель – познакомить ближе ребят с направлениями работы движения и сплотить. Для участников представлены площадки по направлениям движения. Чуть позже пройдет квест, где каждый участник сможет проявить свою активную жизненную позицию. В квесте приняли участие школьники и студенты образовательных учреждений города. Проходили испытания ребята по всем направлениям организации движения первых. Они выполняли различные задания – спортивные и интеллектуальные. Отметим, что завершилось мероприятие награждением отличившихся участников призами.